Доброго времени суток! Сегодня на нашем канале притча, которая называется «Свет для слепого». Она рассказывает о том, что для того, чтобы о тебе позаботились другие, нужно прежде всего позаботиться об этом самому. Слепой шел ночью по городу без поводыря и держал перед собой фонарь. Человек, недавно приехавший в город, увидел это и решил, что слепой освещает себе дорогу. Приезжий спросил у горожан: «Почему слепой идет без поводыря? Он давно живет в нашем городе и так хорошо знает дорогу, что ходит без поводыря», — ответили ему. «Но зачем слепому фонарь? Ведь он не видит дорогу, которую освещает себе. Слепой несет фонарь не для того, чтобы освещать себе путь, а для того, чтобы зрячий в темноте не сбил его с ног», — объяснили горожане приезжему. В притче говорится, что разумно поступает тот, то заботится не только о том, что зависит от него самого, но и о тех, кто может повредить ему без злого умысла. А также притча учит, что если хочешь понять суть происходящего, нужно делать выводы не только из того, что видишь, но и знать причину того, что видишь. Подписывайтесь на канал, и каждый день вы будете получать крупицу мудрости всех времен и народов.